Здравствуйте, дорогие друзья. Мне пришла долгожданная посылка от моего друга Сергея Торгонского из Самохвалович под Минском. Очень классная посылка, я ее очень ждал. Это черенки яблонь. Есть тут яблони такие интересные, очень редкие, которые я очень хотел привить на свои деревья. У меня, вы знаете, 14 яблонь растет в моем саду. И я хотел бы допривить эти сорта еще несколькими сортами. И вот Сергей Торгонский, мой друг из-под Минска, он прислал мне очень редкие и классные сорта яблонь. Вот я вам сейчас расскажу, какие это. Итак, летние яблони. Это Red Free. На картинке сейчас вы видите этот сорт, какой он будет, какое яблоко будет. Коваленковская. Такая яблонь у меня была лет 5 назад, и дерево погибло. По неизвестным причинам сейчас я его привью. Целеста. Это интересный сорт, особенность которого минус 40 градусов морозостойкость. Целеста. И яблоко Женева. Вот 4 сорта, вот из этих вот черенков, 4 сорта летней яблони. Осенние яблони. Gold Millennium. Golden Delicious. Golden Delicious очень известное и красивое яблоко. Сахаристость достигает у него 22% сахара по бриксу. Очень-очень сладкое яблоко, очень вкусное. Red Джона Принц. Второе название у него Черный Принц. Вот такая вот яблоня, черенки. И Гала Шнига. Гала Шнига. Такой сорт яблони. Зимние сорта. Альва, Топаз, Флорина, Найдарет. Не путать с Айдарет, потому что Найдарет — это мутант сорта Айдарет, польское яблоко. Найдарет, Легол. У меня такая яблоня есть, поэтому черенки этой яблони я подарю своему другу-соседу. Чемпион. Очень известный сорт. Я до сих пор недоумеваю, почему такой яблони нет в моем саду. Ну вот теперь будет в виде прививок. Red Craft. Red Delicious. Эта яблоня отличается от других тем, что яблоки хранятся у нее до апреля. Вот такое вот долго хранящееся яблоко. И последнее яблоня Gloucester. Глостер – это самая распространенная яблоня в Европе. Очень красивая на вид, удлиненное яблоко. Очень хочу иметь такой сорт у себя. И еще Сергей прислал мне сорт, название которого он не знает. Он написал, что это яблоня с красной внутри мякотью. Всем здоровья, хорошего настроения и всего-всего хорошего. До встречи!